Владимир Путин приехал в Абхазию с рабочим визитом. Он приурочен к 9-й годовщине признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Но говорили лидеры сегодня не только об августовских событиях 2008-го, но и о последствиях взрыва на складе боеприпасов, который прогремел в республике на прошлой неделе. Тогда, напомним, пострадали 64 человека. Благодаря поддержке Российской Федерации Абхазия продвигается по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решает вопросы обороны и безопасности. Сегодняшняя дата, 8 августа, это памятная дата для Республики Южная Осетия и для Абхазии. В этот день началась крупномасштабная операция грузинской армии, и те решительные действия, которые были приняты руководством России, дали возможность сохраниться Республике Южной Осетии и, конечно, дали возможности дальнейшего признания наших маленьких государств, за что мы вам приносим огромнейшее спасибо. Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе. У нас есть договоренности по дальнейшим шагам. Вы вспомнили сейчас по информационный центр. Конечно, это очень важная составляющая, имея в виду, что и сами граждане Абхазии и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать что и чувствовать, что они находятся под надежной защитой. И очень рассчитываю на то, что надеюсь, что вот эта совместная работа будет повышать уровень безопасности прибывающих здесь туристов.